Здравствуйте, мои дорогие! Ну что ж, сегодня суббота, и я снова беру вас с собой на прогулку. Как вы видите, остановилась я возле этих длиннющих ногтей. Конечно же, очень красиво, но непрактично. Но полюбоваться можно. Красота, как говорится, спасет мир, даже такая. Главное, чтобы не покалечило. Вот. Ну и немножечко мы заглянули в мебельный магазинчик, посмотрели на светильники, хотя нам тут же сказали, что снимать не разрешается. А вот и красивая розовая вазочка. И мы плавно переходим к покупкам сегодняшним. Я была в секонд-хенде и прикупила там вот этот потрясающий маленький чайничек «Яблочко». Вы знаете, я очень люблю заливать яблоки чаем, добавлять сахар, и очень вкусно. И вот для таких целей он очень хорошо подходит. Вот. И еще сегодня был день слонов. Попался мне вот такой замечательный слоненок, очень милый, будет другом моему кролику. Вы знаете, что у меня есть миленький такой кролик. И этот слоненок, он у нас из Чехословацкой республики, фирма Линдер. Винтажная статуэтка, очень приятный слоненок, очень хорошенький, понравился он мне. Ну, милая мордашка, чем-то напоминает мамонтенка, да? Ну, в общем, к чайничку еще шла такая великолепная чашечка. Это, конечно же, все Китай, вот. Но а самой главной удачей было вот это. Вы знаете, девочки, я зашла в магазин Second Hand, там ничего не было, ни красивых тарелок, ни красивой посуды. Бижутерия у них очень дорого, я ее даже не смотрю. Но где-то в уголке лежала вот эта прелесть. Вот здесь вот Imperial Japan, фарфор японский. Значит, все, как я люблю. Вот эти вот парочки, да, изображены, люстровое покрытие. И там получилось у меня как бы два набора. Вот этот чайник от Imperial, и, то есть чайный набор и кофейный набор. Значит, кофейный набор, он полный, все 6 чашечек и 6 блюдец присутствуют. Вот вы его сейчас видите. И так, там что-то, я не показываю маркировку. Там, это тоже Япония. Тоже японский, очень красивый. Вот. А это чайный набор, но здесь, конечно, там было 6 блюдец, но только 4 чашечки. Но я его все равно забрала. Очень красивый, редко встречается. И я посмотрела цены в интернете, на него, конечно, приличные. Шикарный, шикарный, ничего не скажешь. Ну и картину я тоже себе прикупила. Вы же знаете, я люблю маяки и море. Так что я во дворе это все повешу. Сейчас будет немножко теплее, я там себе сделаю тоже красоту на виду. Вот. Ну и молочники я вам здесь показываю. Молочник от чайного набора и молочник от кофейного набора. Шикарная покупка. Но больше всего мне понравились вазочки. Вот эти милые вазы, я не знаю, точно ли они отсюда. Там немножечко, видите, другой рисунок. Но вот эта маркировка, она стоит и на чашечках. Значит, это у нас Impress by Harrods, да? Japan, тоже Japan. Я посмотрела в интернете, это довольно приличная цена на такие изделия. А я заплатила вот $3 вот эта вазочка. И за чашечки там, по-моему, $3, и блюдца по доллару мне отдали. То есть получилось очень по-божески. И $3 даже сахарницы. Вот. Ну, а этот чайничек симпатичный, тоже слоненок, он стоил $8. Но не забрать его было, конечно, преступление, потому что вот это вот, что вы видите, вот это все красивое, что там было, вы видите, я даже снимать не стала, потому что там, ну, просто нечего снимать, там, ну, ничего хорошего, кроме вот этого, не было. Конечно же, набор был запыленный, лежал где-то там, его, на него даже еще не поставили цену, то есть я его очень вовремя заметила и очень вовремя купила. Вот, ну, а здесь вы видите этот наборчик в интернете и видите, какие там цены. Спасибо, что были со мной эти несколько минут. Всего вам хорошего и до свидания.